Мы дважды моргнули, когда увидели эту собаку, плавающую в воде. Это потому, что она была так похожа на швабру, что мы не думали, что она собака, пока ее голова не поднялась. Ханга Командор и ее человек, который живет в Каунасе, Литва, поделился очаровательным видео, на котором Ханга наслаждается купанием в воде. Ее человек пишет, жарким летним днем здесь, в Литве, моя командор Ханга решила охладиться в реке. Кажется, она действительно наслаждается купанием в воде, а ее шерстяное пальто может на самом деле удерживать ее в воде, пока ее мех плавает на поверхности воды. Командоры порода, более известная как венгерская овчарка. У них характерная длинная ворсистая шерсть, и по понятным причинам их часто называют собаками-швабрами. Как порода, они очень защищают свои дома и владельцев, и используются в качестве собак-хранителей домашнего скота, их наследственное наследие. Их дреды были разработаны, чтобы они могли маскироваться среди стада овец, где они могли застать врасплох хищников. Это одна из древнейших пород собак в истории, насчитывающая тысячи лет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.